сегодня вас познакомить с еще одним параграфом социальной концепции, который как раз касается этой темы, темы образования. Но не только образования. Вот тут, видите, светская наука, культура и образование. Взгляд церкви на эти стороны жизни. Это очень важно. Сейчас, вы знаете, тема, посвященная рассмотрению этих вопросов, чрезвычайно насущна. Почти постоянно и везде проходят конференции, симпозиумы. Даже, смотрите, вот такое грандиозное мероприятие, как «Рождественские чтения», и те, видите, год из года посвящаются в разных, хотя аспектах или в разных формулировках звучащих, но тема одна и та же. Все касается образования и воспитания. И к вам эти вопросы будут постоянными. Что скажет здесь православие? Какова здесь особенность? Каков взгляд и отношение православия к той же науке, образованию, да, культуре в целом? Вопросы, сами понимаете, действительно очень такие насущные. Ну, давайте, так сказать, последовательно пройдемся по этим трем направлениям. Первое здесь обозначено светская наука. Ну, сама формулировка уже, вы видите, обозначена светская наука. То есть в данном случае здесь не предполагается рассмотрение науки богословской, науки религиозной. То есть речь идет прежде всего о естествознании. Даже сама философия, и то здесь, в общем-то, она оставлена в стороне. Поскольку философия включает в себя, сами понимаете, ну, колоссальный объем, в том числе и касающийся религии. Так вот, каково же отношение церкви к этому вопросу? Хочу еще раз вам предварительно напомнить, что когда мы говорим об отношении церкви к чему-либо или церковной оценке какого-либо явления, то надо помнить следующее. Есть вопросы, по которым церковь выносила те или иные решения соборным голосом, рассматривала конкретную проблему на каком-то специально созванном соборе. И тогда мы можем с полной достоверностью говорить, что учение церкви по данному вопросу является вот таковым. Но вы помните, что Вселенские соборы занимались главным образом вероучительными вопросами, и созывались они по причине возникающих разногласий и ересей. Поместные соборы в основном тоже касались этих вопросов или вопросов практической жизни. Но практической какой жизни? Опять-таки, христианской жизни. Вот эти вопросы – наука, культура, образование – никогда не были предметом какого-либо соборного обсуждения. Поэтому здесь, когда мы говорим о православном отношении к ним, то здесь мы исходим из, я бы сказал, совокупности взглядов, даже из совокупности, я бы сказал, учения Евангелия и святых отцов по этому вопросу. И предлагаем, в общем-то, квинтэссенцию тех идей, которые могли бы иметь прямое отношение к этим вопросам. Вот это надо понять. И имеем ли мы право говорить о том, что как церковь смотрит на эти вещи? Имеем в той степени, в какой официальная позиция церкви не говорила что-либо другое, или, тем более, когда мы можем прямо сказать, что данная концепция была принята на Архиерейском соборе Русской Церкви. То есть это уже голос, уже хотя и поместной церкви, но соборной. И поэтому уже имеющий, я бы сказал, большой церковный авторитет. Вот так. Это предварительное такое замечание, которое все-таки нужно иметь в виду. Итак, что можем мы сказать по оценке, церковной оценке или православной оценке первого вопроса – науки?
И что говорит об этом сама концепция? Можно выделить здесь несколько положений. Первое – истоки науки. Какова причина возникновения наук и цель ее? Вот причины, по крайней мере, можно назвать следующие. Первое – это неистребимое стремление человека к познанию. Вот посмотрите, как дети. Дайте им игрушку, особенно мальчишкам. Если она что-то пищит или кричит, обязательно ее разломают, чтобы посмотреть, кто там кричит. Неистребимая тяга. Всюду они носятся, всюду заглядывают, всюду все ломают. Это основные вредители жизни человеческой. Вот это неистребимая тяга к познанию. Свойство это вполне естественное, хотя, конечно, и искаженное грехом, но понятное. И по самой своей идее мы не можем здесь видеть чего-то предосудительного. Это вот первая причина. Человек стремится к познанию, к пониманию всего окружающего мира. Но само это познание имеет два аспекта, по крайней мере. Один из них – это познание, связанное с необходимостью наилучшего понимания окружающей жизни и соответствующим образом – наилучшего устроения своей жизни. То есть, когда это познание обуславливает характер нашей жизни в этом мире. Нам это дает что-то. Дает нам возможность более правильной жизни, правильной ориентации, правильного отношения к окружающему миру. Вот это познание, на это познание Церковь смотрит в полном смысле слова положительно. Это действительно нам необходимо. Но есть вторая сторона познания, которая Церковью рассматривается как греховная. Любопытство. Просто говорю. Любопытство. А что там? И когда этим занимаются дети, мы просто улыбаемся. Это приятно смотреть, смеемся. Ну что ж, дети. Но когда взрослые, превзрослые дяди и тети начинают ради любопытства, когда вы спросите, зачем вы это делаете – зачем? Сказать, наука ради науки. Знание ради знания. Тогда мы начинаем чесать затылок. Ведь дело в том, что история науки свидетельствует нам о том, сколько трагедий даже происходило в человечестве только по той причине, что мы занимались изучением мира не по причине необходимости, а по причине пустого любопытства. Или иногда называют это слово «любопытство» более приятным словом – любознательность. Видите, часто приходится приводить пример вот с той же атомной бомбой, которую испытали в Соединенных Штатах, когда ее построили, не зная о последствиях. В то время еще наука не достигла того знания, что будет, не начнется ли цепная реакция в мире. Что такое цепная реакция, понимаете? То есть, когда от взрыва атомной бомбы начнут разлагаться ядра других элементов, и Земля скоро превратится в один огненный шар. Еще не было известно. И все-таки пошли на этот ужасный эксперимент. Возглавлял всю эту команду известный ученый Оппенгеймер. Испытали, все прошло благополучно. Потом доказали, что да, цепная реакция невозможна в этих условиях. Потом доказали. И последующее развитие науки, то есть последующее от начала бытия человеческого и дальше, да, оно показало, что как часто наука грешит вот этим. Она занимается исследованием тех вопросов, которые совсем не необходимы. Более того, подчас прямо даже предвещают возможные
Вот если сравнивать чаши весов, то прямо данные исследования больше, скорее всего, принесут вреда и приносят угрозу человечеству, нежели пользы ему. Возьмите сейчас вот это клонирование, вот эта вся генетика. Сколько предупреждений, сколько подчас даже законодательных запрещений, особенно касающихся возможного клонирования человека. Ведь можно создать буквально чудовищ, и человечество к этому идет. Неудержимо идет. Вы понимаете? Причем очень многие почему? Что будет? Что будет? У некоторых, может быть, и какие-то уж зловещие цели, не знаю, вывести новую породу людей, которые будут получеловеком, полудьяволом или полузверем. Может быть, и это есть. Но вы посмотрите, чем дальше наука развивается, тем более осторожной она должна быть в своих исследованиях. И вот здесь церковь прямо говорит уже и решительно заявляет о том, что границами познания человеческого границы должны быть нравственные принципы жизни, духовные принципы жизни и первичным началом этого должна быть вера в Бога. Вера в Бога что означает? Не просто вера, речь идет не о бесовской вере, уже понимаете. А о чем идет речь? Бог есть любовь. Мы говорим о христианской вере в Боге. И, следовательно, все научные исследования должны быть ограждены стальной стеною любви к человеку. Там, где есть опасность повредить, так, несмотря на какие-то открывающиеся, может быть, и положительные возможности, здесь надо быть в высшей степени осторожным. А подчас многие эксперименты прекратить. Как вот пример с клонированием. Вот это очень серьезная проблема, если хотите, перед которой стоит сейчас современная наука. Вы знаете, что до примерно XVIII века наука, правда, она была пока еще в достаточно зачаточном состоянии с точки зрения современного развития, да, но она вся была соединена с религией. Не было неверующих ученых, понимаете? Все были людьми, все были христианами, людьми религиозными. Вера в Бога присутствовала в каждом человеке. Ну, если не все христианами, то были там мусульманами, допустим, иудеями. Как, например, Ньютон был таким монистом. Да, он, видимо, иудеем был. Неважно, все верили в Бога. В данном случае это неважно. Весь вопрос-то сводится к другому, что религия и наука в данном случае были нераздельны. В каком смысле? В том, что все сами, даже научные исследования, они все-таки велись с признанием бытия Бога и, следовательно, соответствующего отношения к природе. Вот это очень важно. И я употребил вот эту фразу «соответствующее отношение к природе». Очень важное положение, друзья мои. Дело в том, что я сказал с 18 века. Это век эпохи просвещения и наступления атеизма, борьбы с христианством. И вы знаете, какие дальнейшие последствия проистекли в отношении идеологии и отношений общества и государств к христианству в целом. Об этом говорить не приходится. Я хочу указать на другой момент. По какому руслу пошли научные исследования, когда фактически была отвергнута идея Бога, а отсюда и, можно с полным основанием говорить, и моральные границы в научном исследовании? По какому пути? Очень любопытному. На Западе уже до этого, уже этому предшествовало, но в эпоху атеизма это проявилось с огромной силой. На Западе, в том же католическом богословии, затем протестантском богословии, вот те строки Библии, которые говорят о повелении Богом человеку делать и хранить землю,
были поняты как власть, неограниченная власть человека над окружающим миром. Причем сама эта власть была понята, неограниченная власть, таким образом, что природа для человека являлась лишь средством, так, и объектом экспериментов. Забыли о самом главном. О том, на чем всегда настаивало христианство и уже потом православие, на чем оно настаивало? О том, что природа – это не объект, с которым мы можем делать все, что угодно. Взять вот этот камушек и дробить его как угодно. Взять это растение или дерево и резать его, и пилить, и так далее. Христианство всегда настаивало на чем? Это в высшей степени важно. Природный весь мир – это есть нечто иное, как, я бы сказал таким словом, как тот же организм, наш человеческий организм, только расширенный. Мы являемся частью вот этого единого организма. Человек является частью этого организма. И поэтому я должен относиться к природе так, как отношусь к своему телу. А кто же, когда плоть свою возненавидел, помните? Но питает и греет ее, пишет апостол Павел. Православное отношение к миру, к исследованию этого мира, его законов, всей природы в целом каково? Как к своему телу. Православный взгляд. Не православный, по которому пошла вся западная наука. Относится к окружающему миру как к внешнему объекту. Слышите? Внешнему объекту, над которым можно делать все, что угодно. То есть отношение, я бы сказал, такое. Самое точное, наверное, выражение будет следующее. Паразитическое. Как паразиты питаются чужими организмами и за счет их живут, так, к сожалению, именно в таком ключе стало рассматриваться отношение человека к окружающему миру. Сама познавательная деятельность человека пошла по этому пути. Начали производиться ужаснейшие эксперименты. Особенно, чем больше развивалась наука, чем больше власть получал человек через это над природой, тем более ужасные эксперименты проводились. Возьмите хотя бы эти ядерные взрывы или водородные взрывы. Это ужасные вещи. Которые последствия которых, вы знаете, до сих пор они имеют место и, видимо, никогда не исчезнут, а только еще будут более развиваться. Это, видите, два совершенно различных принципа отношения. Это очень важно отметить. Еще один момент, который связан с развитием науки, это цель. Цель. Я сказал о причинах, теперь цель. Если в христианском мировоззрении целью этого познания служила необходимость удовлетворения насущных потребностей просто человека в этой жизни, так, то отступление от христианства привело к полному извращению этого, я бы сказал, естественного, здорового принципа. К чему оно привело? Целью науки стало такое постижение мира, при котором человек мог бы стать Богом в этом мире. Вы-то не знаете этого, а если вы займетесь архивами, газетами, журналами советского времени, то вы найдете там такие лозунги. Покорим природу, вы слышите? Покорим, познаем природу, познаем все ее законы, станем властелинами в этом мире, да, покорим космос и так далее. Вот это покорим, покорим, покорим. Причем при этом, что утверждалось, борьба с природой, вы слышите? Даже борьба с природой. До такого безумия доходили подчас эти лозунги. Забыли, что ты сам человек,
часть этой природы. Что ты делаешь? Видите, какие тенденции, которые, к сожалению, стали главенствующими. Вот эта вот идея покорения мира. И отсюда вы понимаете идея? Что, о чем она говорит, эта идея? О ни о чем другом, как об элементарной дьявольской мысли человека Божия. Человека Божия. Мы станем богами в этом мире. Покорим его. Это совершенно решительно осуждается православным взглядом. Не для этого человек ты поставлен. Ты поставлен не для покорения, а для того, чтобы быть отцом, отцом и хранителем этой природы. Видите, разные это что вещи? Одно дело – тиран, который покоряет себе всех и все. Завоеватель, в данном случае так именно и можно рассматривать, человек как завоеватель, как враг природы. И другое дело – любящий отец. Правда ли различные принципы? Да. И еще один мотив, который не менее осуждается, также осуждается церковью. Другая цель науки. Ну, я говорю о научно-техническом прогрессе, сами понимаете. Не просто чистая наука. Уже чистая наука, это, так сказать, она почти не рассматривается. Она имеет место, но она вся связана с техническим прогрессом. Цель другая, не менее серьезная. Это создать максимальный комфорт в этой жизни. Конечная цель, если хотите, такова. Ничего не делать, достичь этого именно, и непрерывно развлекаться. Цель науки – создать максимум возможностей для развлечения и сократить максимально затраты труда человека на это. На жизнь, на пропитание, на все. Все должно сделать наука. Все она должна нам обеспечить. Нам остается только одно – развлечение. Какие развлечения? Ну, это в зависимости от индивидуальных наклонностей человека. Кто-то будет развлекаться философией, ну, пожалуйста, пожалуйста. Кто-то шахматами, не исключено. Кому футбол, кому теннис. Обратите внимание, друзья мои, современная наша наука что делает? Посмотрите, современные тенденции современного человечества. На что все направлено? Развлечение. Я перехожу уже к культуре. Наука – лишь средство достижения чего? То, о чем говорит современная культура. Отец Серафим Роуз великолепно назвал это современную джазовую культуру. Культуру рок-концерта. Знаете, интересно, роковую культуру. Как он, это его очень интересная книга «Православие и религии будущего». Я думаю, что вы знакомились с ней. Советую, по крайней мере, познакомиться. Написано простым, очень трезвым языком. Он сам крупный ученый, Серафим Роуз. Замечательный востоковед, очень ясно мыслящий. Да. И он там пишет, что современная вот эта рок-культура, джазовая культура, это его выражение, она вся направлена на что? На развлечение. Обратите внимание, послушайте последнее известие, и вы увидите. Такой-то теннисный турнир, ставки там столько-то миллионов долларов. Посмотрите, сравните хотя бы. Ученый делает подчас, или инженер делает подчас открытие, которое действительно человечеству приносит прям огромнейшую пользу. Огромную пользу. Что он получает? Его зарплаты. Его зарплаты – капля по сравнению с той, которую получают артисты, спортсмены. В общем, все те, кто развлекает людей. Развлечение уже сейчас, видите, стало номер один современной жизни,
современной культуры. Все наполнено этим. Гигантские миллионы и миллиарды средств тратятся на это. Олимпийские там эти комитеты работают на уже десятки лет вперед. Идет борьба за то, где будет следующая Олимпиада. Люди все поглощены чем? Развлечением. Если хотите, это девиз современной культуры. А ведь культура, что такое культура? Вы поняли, что я перешел к другому вопросу, к культуре. Что такое культура? Само происхождение этого слова, это латинское слово, означает возделывание, обработка. Вот. Происходит от слова культ. Хотя и отсюда делают вывод, что культура имеет религиозное происхождение. Но это само слово культ. Это же и есть культура. Культ, разве это что-то такое предшествующее слову? Я говорю, слово культ, слово культура. Оно же не предшествует. Это просто одно из производных. Культ и культура совсем не одно и то же. Да, и культ назвали, культ, то есть то, что связано с религией, как один из видов культуры, как одно из направлений, один из аспектов культуры. Но мне вот лично не совсем понятно, когда говорят, что культура происходит от слова «культ» и, следовательно, имеет религиозное происхождение. Я не понимаю. Культ – это слово производное от культуры. Культ просто является одной из сторон культуры. А что такое культура? Культура – это есть нечто иное, я вам скажу, как осуществление духа человеческого во всех формах, объективно познаваемых формах его деятельности. Вот что такое культура. Это осуществление, воплощение, если хотите, человеческого духа в формах, доступных изучению. Это и философия, пожалуйста, да. Это и наука, если хотите, конечно, бесспорно. Это образование, это искусство, это спорт, это все развлечение. Культура объединяет собой, включает в себя все. Понимаете? В этом плане, если мы под культурой разумеем воплощение человеческого духа, а, видимо, это так и есть. То есть не видим, а это именно так и есть. Отсюда церковь обращает внимание на чрезвычайно важный момент. Если культура есть воплощение человеческого духа, следовательно, истоком, центром осмысления, если хотите, того, чем должна быть культура, как ее сделать культуру культурной, все кроется где? В формировании духа человека. В правильном формировании духа человека. Если хотите, в очищении духа человека от всякой грязи. Знаете, у Глинки есть, композитора нашего Глинки, есть такое интересное высказывание, замечательное высказывание. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Замечательно сказано. Правда? Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Очень-очень точно выразил. Когда мы говорим о культуре, какова ее цель? Вы знаете, о цели не приходится говорить. Вот какова ее цель? Я не могу говорить о цели. Потому что, когда мы говорим «цель», то подразумеваем того, кто творит что-то. Творит, причем не как-нибудь, а разумно и сознательно. Культура же – это есть естественное воплощение человеческого духа. И в зависимости от того, каков дух у какого человека, какой дух у какого общества, соответствующим образом
проявляется его деятельность и созидается соответствующая культура. Чем чище этот дух, тем более возвышена культура. И точно наоборот. Грязное человечество создает грязную культуру. Так оно и есть. История в этом отношении могла бы предложить нам потрясающие образцы того, что происходило, будем говорить, с культурой тех народов, которые морально разлагались, духовно опустошались. И точно наоборот. И точно наоборот. Возьмите хотя бы вот в качестве иллюстрации двух наших художников, знаменитых, известнейших художников. Ну, возьмите преподобного Андрея Рублева с его «Троицей». Так? Или, если хотите, это слишком уже высоко, но это зато ярко выражает. Возьмите того же Васнецова хотя бы и Врубеля. Врубеля, помните? Демонические образы. Всюду демон у него. Главная фигура в его творчестве – это демон. Он расписал одну церковь, я помню, был это в Смоленской губернии, ездил туда. Так ее, по-моему, так и не осветили, если не ошибаюсь. Расписал так церковь. Просто демонические лики. Что-то у него было в душе. Он ли сам был таков? Или это было не что иное, как его наследственное? Наследственное его. То есть родовой грех. То, о чем мы говорили, помните, родовой грех. Рождается человек уже с какими-то глубокими ранами. Духовными ранами. Скорее всего, я думаю, было это. Это. Мы можем осуждать кого-то, в частности, его, а на самом деле он, может быть, тут на одну только миллионную долю процента виноват. Душа у него искореженная. Родился он таким. И как трудно человеку затем препобедить это. Можно препобедить? Можно. Святые отцы говорят, можно, но это требуется действительно правильная христианская жизнь и напряженная жизнь. Можно тогда победить. Может быть, и Врубель, если попал бы вот в такие условия такой высокой, правильной духовной жизни, стал бы подвижником, и он, может быть, стал бы писать Васнецова, а может быть, и Андрея Рублева, потому что художник, он действительно гениальный. Это действительно, это так. Но не в этом дело. Я хочу вам показать. Дух творит себе форму. И вся культура является этой формой, хотя она чрезвычайно разнообразна. Церковь обращает основное внимание поэтому на душу человека, на формирование духа его, на чистоту его души. Повторяю еще раз. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Я вот вам тут не зачитывал почти ничего, но это вы прочтете. Тут очень много выделенных текстов. Вот, и поэтому я думаю, что это очень много займет у нас времени. Я просто обращаю на самые важные моменты и их комментирую. Так вот, церковь прямо утверждает, что культура, будучи порождением человеческого духа, прямо обусловлена в своем проявлении, в своем развитии, обусловлена мировоззрением человека. Мировоззрением человека. Прежде всего. Оно определяет, если хотите, творчество человека, определяет формирование его духа, определяет все те формы, которые мы называем как некими формами культурного творчества человека. Возьмите музыку современную. Ведь недаром отец Серафим Роуз назвал современную культуру как рок-культуру, джазовую культуру. Она вся сумасшедшая.
Она действительно буквально сумасшедшая. И вся задача – довести человека до сумасшествия. Именно это задача рок-культуры – оторвать его от жизни. А почему? Откуда это возникло? Из потери смысла жизни. Ведь рок-культура возникла на Западе. Откуда она? Из потери смысла жизни. Эта потеря, утрата смысла жизни, приводит к таким подчас направлениям культуры, от которых может содрогнуться. Вы знаете, что идет какая-то эпидемия самоубийств, например. Это подчас чуть ли не становится кое-где модой. Особенно среди такой совсем юной, еще молодежи, совсем юной, которые прыгают не знаю куда. Становится буквально даже модой. Я уже говорил вам, что, например, во Франции за последние десятилетия число юных самоубийц увеличилось на 300%. Не знаю у нас, насколько. Может быть, вы слышали, то подскажите. Но не думаю, чтобы было меньше. Дух, потерявший смысл, он действительно разлагается. Он становится уже, несет в самом себе смерть. Поэтому нисколько не удивительно, что человечество приходит к этому. К самоубийству и убийству. Одной из проблем, которую мы с вами уже рассматривали, эвтаназия, например, чем она является? Ничем иным, как воплощением того же ницшеанского принципа «больной», Ницше цитирую вам, «больной – это паразит общества». Он же ничего не приносит, но он зато берет – отбирает средства, время, силы для того, чтобы его обслуживать. Ницше ужасную вещь сказал: больной – это паразит общества. И к этому это осуждали, это все кричали, это шумели. Осуждение фашизма, представляете? Все это было, все это есть. И вдруг мы смотрим, в цивилизованных странах уже эвтаназия становится легитимным средством отношения к человеку. Понимаете, до чего мы доходим? В Голландии, в Бельгии, в Италии сейчас это обсуждают самым серьезным образом. И я думаю, это скоро это охватит весь так называемый цивилизованный мир. Еще несколько слов теперь об образовании. То я боюсь, что вдруг не хватит у нас времени. Когда мы говорим об образовании, это является тоже одним из видов, что ли, или лучше сказать, одной из сторон культуры, так же, как и наука. Видимо, и надо было бы начинать с культуры, а потом говорить о науке, об образовании. Каков христианский взгляд на образование? Вопрос этот сейчас вы знаете, насколько он животрепещущим является, и как горячо его обсуждают, сколько спорят. Каков христианский взгляд на это? Когда мы говорим об образовании, говорим, то есть, об образе, что мы подразумеваем сразу? Ничто иное, как то, что возрастающий человек, он еще не имеет конкретного образа. Он еще безобразен. Он представляет из себя еще некую заготовку. Знаете, он матрешек делает. Да, пожалуйста, хотите сами сделать матрешку? Возьмите заготовку. И потом делайте, что вы хотите. Еще только некую заготовку. Из этой заготовки можно сделать, простите меня, и ангела, и чертика. Заготовка одна и та же. Ну, можете делать и того, и другого. Значит, когда мы говорим об образовании, то прежде всего подразумеваем, что мы имеем дело с какой-то заготовкой, еще чем-то еще неоформленным, необразованным, без еще образным. Задача – образовать. Первая главная проблема, с которой сталкивается
Этот вопрос состоит в чем? А что мы подразумеваем под тем образом, по которому надо образовать? Ведь чтобы образовать, надо иметь образ, сказать, я хочу, вот, чтобы он был вот, вот этот образ. О каком образе мечтает современный человек? Кем он хочет быть? Знаете, приходится часто вот цитировать замечательный эпиграф к статье Пирогова «Вопросы жизни». Это еще в середине XIX века была статья написана. И этой статье предшествует эпиграф такого рода. «Кем вы хотите видеть вашего сына?» Отвечает: «Человеком». Тот: «Как человеком?» Это чистая абстракция. Может, вы хотите видеть его инженером, мореходцем, путешественником, там, ученым, и начинает перечислять, что такое человеком. Нет такой профессии. Слышите? Он очень остро поставил проблему. Уже в середине XIX века возникло потребительское отношение к человеку. Уже речь шла не об образовании человека. Слышите? Под словом «образование» уже подразумевает не это. Не человек уже, оказывается, нужен, а нужен винтик в государственной машине. Если хотите, бездушный винтик. Чем меньше души, даже тем лучше. Лучше? Почему лучше? Он будет более точно исполнять свою функцию. А много души, много свободы, так, он может не исполнять это, может нарушать, может портить машину. Поэтому задача, государственная задача, если хотите, всех государств, которые отказались от идеи христианского образа, задача какова? Превратить людей в винтики. И сам человек оценивается не по своим человеческим достоинствам, а по той роли, которую он может играть в жизнедеятельности самой этой машины государственной. Что он может делать? Вот чем интересен человек. Вы знаете, неоднократно же были публикации в наших центральных газетах. Вот у меня осталось одно воспоминание, просто жуткое воспоминание. Не помню, какая-то знаменитая актриса, которая ушла на пенсию. Так, ее там некоторое время там поздравляли, ходили, потом забыли. Так, и вдруг, наконец, как-то однажды вспомнили. Вспомнили, и дальше описывается следующее. Что попытки, так сказать, ей добиться телефонного разговора ничего не привели. Стучат в дверь, ничего не помогает. Наконец, там милиция. Так, и что же оказалось? Она там умерла. Оттуда из ее комнаты выскочила полубешеная собака. Ее нашли уже труп объеденный. Статья заканчивалась вопросом: каково же наше отношение к человеку? И кто нам нужен? Пока она пела там или танцевала, ей были овации, букеты, слава и честь. Все кончается, и ее забыли, ее бросили. Человек не нужен. Весь и вопрос, к чему сводится. Кто ж такой это человек? Видите, если хотите, мы стоим перед лицом двух совершенно взаимоисключающих концепции человека. Кто это есть? Есть это просто винтик, функционер в какой-то машине? Или он есть нечто другое? Нечто, что независимо от всего этого, независимо от того, что он исполняет или не исполняет, может делать или не может делать, что само по себе представляет какую-то ценность. Может это или нет? Вот две тенденции. Если мы обратимся к истории, мировой истории, то всюду мы находим во всех, если хотите, народах и религиях
решительные требования, требования, которые прекрасно было зафиксировано в Ветхом Завете, в заповедях, в 10 заповедях Моисея. «Чти отца твоего и матерь твою». Вы помните, сколько серьезных было слов сказано в отношении почитания старших. Помните даже, когда апостол Павел сказал, что «Бог будет бить тебя, там стена подбеленная». Помните, он сказал? А ему сказали: «Ты хулишь первосвященника?» Он: «Нет, я не знал, простите, отцы и братья». Да. То есть вот это отношение во всех религиях и народах, интуитивные отношения к человеку какое? Что он сам по себе даже, независимо от того, что он сейчас может делать, независимо от его даже способности, он сам по себе представляет ценность. Что же это такое? Откуда это? Какую ценность может представлять человек? Вот видите, вот здесь мы сталкиваемся с двумя, если хотите, антропологиями. Антропология христианская и антропология, я бы сказал, атеистическая и безбожная. Безбожная ясно, там все ясно. Больной – это паразит общества. Христианская что говорит? Что каждый человек – по своей сути, есть образ Божий. Христианство говорит, что если ты напоишь даже чашу воды одного из малых сих, меньшему, то ты даешь мне, то есть самому Богу. Христианство говорит, что человек по своей душе – бесценное сокровище. Сокровище, которое сосредоточено в душе человека, и о которой Макарий Великий, например, говорил, что «я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем душа человеческая». Представьте, каково наше отношение к чему-либо прекрасному. Ну, вот представить только себе, что-то необыкновенно прекрасное. Мы говорим: «Ой, не трожь, смотри, не разбей, смотри, не трогай, это же такая драгоценность, такая красота». Может, само по себе ничего особенного, просто красота. И мы уже все, ходим на цыпочках, дышим. Как бы не повредить этой красоте? Как мы бережем, как охраняем, как ценим? Что, просто красоту? Неважно, что это. Красота пейзажа, красота картины, красота вещи. Мы бережем что? Красоту как таковую. Кстати, христианство говорит, что Бог есть первичная красота. Так вот, человек недаром называется Богом с маленькой буквы. Он есть прям непосредственное, прямое отражение, выражение этой божественной красоты. Вы видите, в чем его ценность? Вот оно, оказывается, почему христианство так относится к человеку. Почему требует даже еще больше внимания к тому человеку, который сам уже ничего не может. Все направлено именно внимание на это. Мы бережем красоту. И обращаю внимание, чем больше мы употребляем усилия на то, чтобы проявить любовь к другому человеку, тем оказывается, именно этим оказывается, вы слышите, что очень важно, этим оказывается, мы очищаем от всякой грязи красоту своей собственной души. Я обращаю ваше внимание на это, друзья мои. Оказывается, каждым деянием любви мы себя очищаем. Мы, если хотите, свою собственную красоту созидаем. Мы эту красоту делаем более чистой, ясной и святой. Христианство утверждает вот этот поразительный закон, о котором, к сожалению, не называется светское образование. Чем более я активно оказываю любовь к другому, тем большее благо приобретаю я. Я не знаю, оказав ему, что я сделал. Иногда даже вообще не знаю, добро или на пользу или нет.
Ну, ошибаюсь, мы все ошибаемся. Но совершенно ясно и бесспорно абсолютно 100%. Всякое мое деяние любви к другому – это есть деяние, деяние великого блага по отношению к самому себе. Недаром у святых отцов даже есть такое выражение, что наше – только то, что мы даем другим. Представляете? Итак, это то, что приходится назвать законом, ну, резонанса, что ли, если хотите. Если вот возвратиться к той же культуре, к вопросу той же культуры, да, образование – часть же культуры, то посмотрите, как действует на нас то или иное произведение искусства. Одно приносит нам действительно какое-то утешение, мир, если хотите, радость. Другое возбуждает, иногда развращает, иногда вызывает самые, самые неприятнейшие какие-нибудь сцены, если какие мы видим. Просто делает, приносит мрак душе, страдания даже душе. Посмотрите, закон резонанса. Оказывается, вот эти внешние сами проявления творчества, они способны оказывать очень различные действия на нашу душу. Так вот, образование-то, задача образования в чем заключается? В том, чтобы дух человеческий сделать таким, который был бы способен к любви. Вот главная задача. Способен бы к великодушию, к милосердию, к состраданию и так далее. Вот в чем основная задача образования. Только этот дух, дух, который воспитывается в этом направлении, тогда только он способен к тому, о чем так много сейчас говорят и пишут, и шумят, и я не знаю, что делают только. Способен к чему? К получению той образованности, которая никогда не будет использована во зло. Вы слышите? Ведь образование, то, о котором говорится всюду и везде, то есть знание, когда под образованием подразумевают знание и больше ничего, это же меч обоюдоострый. Вы слышите? Обоюдоострый. Он может принести благо человеку. Ядерная энергия может дать нам свет. Ядерная энергия может взорвать нашу землю. Одна и та же энергия. Все зависит от того, как будем использовать. Образование – это меч двусторонний. Это же надо понимать. И сами знания-то только тогда могут быть благом для человека, когда они находятся у того, кто сам чист душой. Мы все время, видите, приходим к одному и тому же. Именно человек является центром, его душа является той святыней, его душа является тем средоточием, которое только обуславливает все, всю нашу жизнь, всю нашу деятельность, все формы существования, если хотите, и общества, и государства, и народов, и самого мира в целом. Дух, дух человека. Поэтому, когда мы говорим об образовании, то прежде всего мы говорим о чем? О необходимости дать человеку мировоззрение. Мы говорим, конечно, о православном мировоззрении, а не о каком-нибудь другом. Мировоззрение должен иметь человек. Вот из этой болванки, если хотите, из этой заготовки делать образ какой? Православие говорит по образу Христа. По тому образу, который начертан в Евангелии, его заповедями. Вот он образ. К этому реальному образу мы должны стремиться. Только человек, имеющий в своем сознании, в своей душе этот образ, имеющий цель именно эту, может действительно стать человеком образованным. Не смешивать, нельзя смешивать еще одну такую вещь, которую часто мы видим, смешивают знание и образование. Знание – это только строительные материалы. Знаний можно иметь сколько угодно.
Если я сказал вам, что это меч двусторонний, я сказал бы еще и о другом. Это не только двусторонний меч, а знания сами по себе, будучи именно строительным материалом, а не готовым каким-то домом, так, могут быть и использованы для постройки вещей взаимоисключающих, прямо противоположных, от дворца до камеры пыток. И эти знания, приобретаемые человеком, они обуславливают в огромной степени формирование самого духа человека, его души. Поэтому, когда мы говорим об образовании, то обычно мы говорим и о воспитании. И вот здесь нужно твердо помнить, что тот, кто хочет воспитать своих детей надлежащим образом, должен принимать самое активное участие в чем? В той литературе, которую читает его ребенок, в той музыке, которую слушает его ребенок, в тех друзьях, с которыми ну, соприкасается, учится, и отдыхает, и играет его ребенок. Воспитание требует напряжения, внимания. Безразличие родителей к тому, что читает ребенок, что смотрит ребенок, во что он играет и так далее. Это есть верный, самый верный путь к погибели. Надо это надо понимать. Вы же сами же знаете, что литература бывает разная, телевидение разное, игры разные, люди разные и так далее. Вот это процесс воспитания, это и есть процесс образования. Именно воспитание и образовывает человека как такового. И на что обращают внимание православие прежде всего? На нравственное образование человека. На нравственное образование. И я бы сказал даже глубже, на духовное образование человека. Очень важно прививать человеку правильные мысли, правильные идеи. И прививать каким образом? Не просто словом только, но и примером. Там, где не будет примера, подтверждающего ваши слова, ничего не получите, никакого проку не будет. Образование – это процесс. Видите, как трудится скульптор, когда создает из мраморной глыбы, да, создает эту какую-то скульптуру великолепную. Сколько труда приходится прилагать. Так и здесь тоже образование человека требует труда и постоянного участия, соучастия в этом процессе. Ребенок, видя это соучастие, тогда совершенно иным духом, с иной энергией, если хотите, и с иным твердым основанием тогда воспринимает те идеи, которые внушаются ему. Вот видите, я не касаюсь разных сторон образования, о которых так много говорят. Мы говорим только о фундаменте, о самой сути, а не о каких-то деталях, которыми должны заниматься уже, естественно, люди, специально поставленные на эти вещи. Здесь в концепции еще отмечается, что, к сожалению, мы часто заимствуем учебные стандарты, программы и принципы образования из организаций, известных негативным отношением к христианству вообще или православию в частности. Ну, конечно, еще бы. Но тут уже вопрос, я бы сказал, другого порядка. Тут уже борьба политическая. Сейчас реально существует во всем мире, в том числе у нас. Да, видимо, это и всегда было, а сейчас особенно ясно. Это борьба двух буквально начал. Христианского и антихристианского. Даже не нехристианского, а именно антихристианского. Начало в образовании. И вы это прекрасно знаете. Что делается во многих школах, да, когда преждевременно начинают давать
так называемое воспитание или образование сексуальное. Потом речь идет о правах детей, когда детям прямо внушают бунт против родителей, когда попытка идет предоставить неограниченные так называемые свободы, да, с помощью которых можно развратить как угодно. Нет свободы по существу, вы же должны понять. Два человека уже, они уже не свободны. Уже каждый из них ограничивает друг друга. Уже. Когда несколько человек, тем более. Общество, тем более. Это же просто это обманный, я не знаю, лозунг. Мы все ограничиваем друг друга. Сами законы общественные свидетельствуют об этом. Невозможно существовать без законов. Так вот, и в данном случае сейчас идет тенденция такая все развинтить, все предоставить полному произволу, превратить в какую-то анархию нашу жизнь. Действительно, вот, исходя из этой реальности, начинаешь понимать слова апостола, что не придет Антихрист, пока не отнимется удерживающий. Очень возможно, что одно из пониманий удерживающего – это вот еще принцип каких-то разумных ограничений, правил, определенных правил жизни, норм поведения. Другая тенденция, как вы знаете, все разрушить. Какая-то дьявольщина. Действительно, вы знаете, как никогда сейчас дьявол с Богом борется. И наша задача, задача образования заключается в том, чтобы показать всю, если хотите, полезность, я уже даже не говорю красоту, всю полезность для человека христианских начал жизни. В этом наша задача.